Всех приветствую на канале Ярославский огород. И сегодня мы с вами поговорим о самой злободневной теме для огородника в октябре. Это сроки посадки озимого чеснока. Меня просто завалили вопросами в онлайне и в реале на эту тему, и поэтому пишу это видео. Итак, начнем. По классике сажать озимый чеснок надо за неделю до наступления стабильных морозов, чтобы он укоренился, но не пустил в рост листовой аппарат. На практике этот постулат соблюсти нереально, ибо наши зимы в Ярославле это сплошные оттепели. Поэтому для Ярославля оптимально сажать чеснок во второй половине ноября, а иногда даже в начале декабря. Тот чеснок, который вы видите на экране, был посажен 25 ноября. Если зима уже замерзла, абсолютно ничего страшного. Делаете углубление и прямо в мерзлую землю сажаете чеснок. Сверху присыпаете сухим грунтом и если есть снег, немного закидываете им грядку. Посадка осуществляется по следующим параметрам. 25 см между рядами, 10 см между луковицами. Главное правило при посадке лучше позже, чем раньше. При ранней посадке он вырастет, но будет мелким и невкусным. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!